Всем приветули! Я приехала в очень интересное место. Сегодня я уже была на тренировке, провела занятия. Сейчас собираюсь поехать к маме в гости. Но перед этим решила зайти кое-куда и кое-что купить. Я, конечно, не уверена, что я что-то там куплю, но я точно хочу посмотреть. Смотрите, какая красота! Так, понятно. А что с собой так обычно берут дома готовить? Да, ну, по рису, по мидии, по устрички просто уже готовят с собой. Сами готовят, да? Устрички не готовят, мы все время их прикрываем, а дома выдают холодильник. Это вот это? Устрицы, да? Да, да, да. Ага. Так, ну нет, наверное, я не рискну домой это брать. Надо будет как-то к вам зайти в гости и попробовать. Смотрите, какой большой аквариум. И там вон устрицы живые. А там вон можно сесть. О, класс. Прямо здесь можно сесть. Офигеть. Смотрите, никого нет. Огромное заведение. А почему никого нет? Странно, в центре города. Ни разу сюда не заходила. Какие десерты красивые. Блин, какое красивое место. Жесть. Почему я раньше сюда не заходила? Не знаете, ребят? Я думала, тут вообще просто на вынос, типа, знаете, берешь морепродукты с собой. Смотрите. Охренеть. Я в шоке. Сейчас поеду, заберу маму и приедем сюда. А как красиво здесь все сделано, гляньте. Обалдеть. Вот это да. Блин, ну тут вообще классно. Я бы такая, что вообще сейчас бы сходила, но меня мама ждет. И я думаю, что вряд ли она сейчас тоже готова будет выйти из дома. У нее сегодня домашний день. Вот, но я бы туда сходила. Прям хочется, может быть, сегодня с Артемом вечером болтаю его, сходим, они до 10 вечера работают, и у них там полностью рыбное меню, полностью морепродукты. Я там поговорила с девчонками, говорю, а как у вас тут все со свежестью? Она, у нас, мы завозим немного, раз в неделю или два раза в неделю поставка, она говорит. Вот аквариум, все там живые, водичку приходят, нам меняют, все тут чистят. Короче, все хорошо. Вот. А еще вот этот вот у нас огромный ресторан. Тут, наверное, отель. В общем, что-то там все вместе будет. Уже практически готово оно. Я уже как-то ехала, видела вечером, там свет включен. Они, конечно, дали такую махину, отстроили и начали стройку. Они, представляете, как только, ну вот, до коронавируса, еще никто о нем не знал, началось тут строиться, и бабах, коронавирус, карантин, вот это все. Я думала, что они сдуются. А нет, достроили. Наверное, уже скоро откроются. Говорят, там что-то будет очень грандиозное. Хочется верить, там большая территория, прямо на Днепре, и там с той стороны территория такая красивая, у них тоже там интересные всякие инсталляции в виде рыбы, скелетов, ну, короче, задумка там классная. Интересно, конечно, что там внутри, я точно не знаю, это будет или просто, ну, там типа будет несколько разных залов, ресторанов. Ну, я думаю, он очень большой. Вряд ли это все будет просто ресторан. Скорее всего, там это отельный комплекс, еще будут номера. Но это круто будет. Еду к маме. Она меня ждет на обед. А вот в этой школе мы когда-то тоже с моей мамой преподавали. Это школа на Мытнице. 34-я, по-моему. Вот, и мы там арендовали спорт, ну, зал, кабинет, и мама там вела группы детей. Я в это время вела в юго-западном школе, а она здесь.
А в этом храме венчались мама с Сашей. Тоже на Майдице. Ого, наставили полицейских лежачих. Ничего себе. Раз. Два. Три. Да. Теперь тут быстро не поедешь. Ну, с другой стороны, хорошо, что поставили, потому что тут вот школа тоже, видите. Бегают без присмотра. Так что правильно, в таких местах надо как можно больше ограничителей скорости. Смотрите, как красиво. Прелесть. Еще раз. Опять школа, видите там. Это вот буквально 300 метров или 500 я проехала. Еще одна школа. Школы на каждом шагу. Видите, строится еще один дом возле нашего. Еще строится. И не один. Знаете, он сказал, что ко мне сейчас Ника приедет. Ну, что-то разговорное с ней. Я уже у мамы. Ага. Вот она. Буду сейчас кушать. У меня тут тушеный хек. Да. Отварной язык. Да. И самое главное. Это что, мама? Ну, это ладно, это салат, а это... Ладно, что-то... это улиточки поедут. Это отправочка. Отправочка, вот они ж. Покажи, вон, что там повылуплялось такое, это ж вообще. Ну, первое уже сообщение пришло, доехали благополучно. Да, короче, мы тут судорожно отправляем улиток, пока за бортом хоть немножечко тепло. Вот так. Ну, а я приступаю к обещанному обеду. Мама, а я заезжала, я не знаю, была ты там или нет, Мушля называется это. Ой, что-то такое знакомое. Мушля. Ну, знакомое слово. Мушля. Оно по Хрещатику, по улице. Сейфуд. Такое. Ой. Короче, там все рыбное. Полное. Ну, рыбное, господи. Морепродукты. Нет, устрицы, нет, мидии, нет, креветки, нет. Кальмары, ну и рыба. Mm-mm. И там очень красиво. Там так красиво. Я вот снимала, посмотришь потом мой влог. Очень красиво. Я туда прям очень хочу. Вот не знаю, тебя пригласить или Артема? Меня. Тебя? Хорошо. Артем будет только рад. Хорошо. Саша у меня тоже, что я его тянуть не буду. Да. Это ты сама делала? Конечно, ничего себе. Тут еще теплое должно быть. Пахнет вообще. А что там, кроме рыбы? Морковка. Морковка и лук. Ну, все, больше пахнет. Ничего. Боже, надо мне научиться это делать. Рассказывай. А ничего не надо учиться. Выкладываешь кусочками. Только я, ну вот в этой вот, которая хвостик, косточку не вынимаю. А со всего остального косточку вынимаю. И это самое. Лук. Обалдеть. Наполовину луковицу полосочками, морковку, вот так. Потом все это залила томатным соком. Вот. Да. Ну, можно, если нет томатного сока, то любыми этими самыми. Ну, что ты там, этот краснодарский соус. Ну, ясно. Ну, короче, без разницы. Ну, томатом однозначно. Ну, можно да. Помидор много накидать. Ну, все равно помидоры не так. Ну, да. Очень вкусно, да. Вот всем же говорю, приятного аппетита. Что Саша только что ел, так прямо мне тут такое она рассказывала. Мы только что улетят. Раскладывают, улетят в каждый стаканчик по два сейчас. И поедут по назначению. А кто тут пришел? А? Нет, ну вот где вы видели такое еще? Что это такое? Это все видно. Вот что так? Это такое? Засыпает. Смотрите, глаза уходят. Так они проводят дни. Да. Даже хвостиком можем помахать, да? Катюха. Ой. Я... Нет, это не получилось снять, как она на меня напала, когда вернулась с улицы. Вырубился телефон. Да. Все. Подгрызла мне рыбки немножко, да?
Она и у меня подгрызла. Да, она у всех. Да, по ней видно, что она везде успевает подгрызть. Сарделька та еще. Ты что, на машине едешь? Отстаньте, да, я сейчас туда брала. И заберешь это. Что за глазами? Я тебе перетяну. Я приеду, тебя наберу. Что с глазами? Они слипаются. До 6 приедем. Да я туда и назад. Так. До 6. Мне в 6 уже надо на работу уехать. Саша сегодня на работу. Ждет выхода на работу. А мама на почту. Я сейчас помогу, что-то там коробка большая. Нужно помочь. Вот. А потом еду домой, и мы сегодня с Артемом смотрим вторую и третью серию первого сезона «Игры престолов». Мы начали смотреть. Но я уже третий раз, а Артем ни разу не видел. Вот. Я думала, только я. Да, мама тоже не видела. Осталась из тех, кто никогда не видел «Игру престолов». Смотрите, какой конь красивый. Ух, правда, тут на нем уже все, что только можно. Банки не забудь. Банки. А где мои банки? Ага. А, я только что была в магазине, купила хлеб и имбирь, а возле магазина купила сливы и огурцы. Вот там вот. Читала, сейчас сидела, втыкала в телефоне, читала ваши комментарии. Мне очень приятно то, что вы написали про... Вообще пишете последнее время о том, как вам приятно смотреть мои влоги, что я несу какую-то приятную положительную энергетику, когда что-то рассказываю, что вообще сейчас я на какой-то такой особой волне. Это правда, потому что я выполняю определенные задания сейчас сама для себя. Я каждый день исполняю одно свое какое-то желание. Вот. Это может быть совершенно маленькое желание, желание моей души. Я просто с утра, когда Артём уже уходит на работу, я остаюсь одна, я сажусь, закрываю глаза и обращаюсь к себе. Вика, чего ты сегодня хочешь? Может, это как-то смешно звучит, знаете, ну, для кого-то. Но я знаю, что некоторые, а может быть и многие, меня поймут. Я обращаюсь конкретно к себе, к своей душе, к своему внутреннему «я». Я задаю вопрос, чего ты сегодня хочешь? И знаете, ответ я получаю не сразу, потому что не так легко получить этот вот ответ, желание. Но с каждым днем оно как бы раскачивается, это. Блин, люди идут, смотрят, как я себя снимаю, мне неловко. Потому что они видят меня так, как вы меня сейчас видите. У меня же экран, я на заднюю камеру снимаю. Через лобовое стекло все, кто идут с магазина, видят, как будто бы я к ним обращаюсь. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Ну вот, опять. Короче. И желания, конечно, тяжело даются, но я хватаюсь за какие-то соломинки. Только мысль какая-то мелькнула, и я такая, о, это, наверное, желание моей души буду исполнять. Но пока что так. Ну и мне нравится очень, потому что то мне, допустим, захотелось... Чего мне первый раз захотелось? На качелях покататься у воды где-то. Я нашла, вернее, Алена мне посоветовала, мы вместе поехали, покаталась, и потом еще я долго там была на следующий день. У меня такая, знаете, в голове какая-то апельсинка, типа, хочу апельсинку. Хотя я не могу сказать, что я вот реально ее хотела, но почему-то в тот момент, когда я спросила, чего ты хочешь, я сделаю для тебя все, что ты сегодня захочешь, я это сделаю в течение дня. И такой, бац, и апельсина в голове. Я захожу в магазин ближайший, нет апельсин, в другой нет апельсин. Ну, короче, у меня был квест по городу, я нашла апельсин, и я его съела вечером. Вот, потом что мне, куда-то что-то, ну, в общем, вот каждый день я с утра задаю себе вопрос, и в течение дня я исполняю свое желание. Это очень интересно. Вот сегодня, опять, сегодня я захотела посмотреть на этот вот ресторанчик, кафешку или что это, мушля, это, сифуд,
Вот просто закрыла глаза, ну чего я хочу сегодня, чего я хочу сегодня. Такая, оп. И вот когда-то один раз я обратила на него внимание, потом Маша еще сказала, о, у вас открыли мушлю, прикольно. Но я как-то нет, а и тут мне сегодня в голове это всплыло, мушля. Я целенаправленно после тренировки не поехала сразу к маме. Я села в машину и поехала, ну, немножко в объезд, чтобы подъехать к этой мушле, туда зайти, посмотреть. Ну, то есть, понимаете, это такое вот, ну, целое какое-то было действие сегодня. Я очень рада, что у меня есть на это время, потому что, ну, это очень классно, когда я могу остановиться и выполнить это, потому что бывает нет ни свободной секундочки, да, у людей. Вот, но... Это очень хорошо на меня влияет. Я прям чувствую, как я, ну, начинаю... Ну, я себя лучше чувствую. Я какая-то спокойная стала. Короче, вот, ну, классно. Очень, очень мне нравится все, что сейчас происходит. Вот. Поделилась с вами, что со мной сейчас происходит. Вот это происходит. Так, ну, а мы сегодня решили, я уже говорила, посмотреть две серии. Артема еще нет дома, я ему звонила, он ездит где-то там, короче, скупает бэушную резину, у него там есть точки, где он выбирает, ездит, диски, в общем, все такое. Звонила ему, он говорит, я еще тут езжу, еще надо к родителям заехать, говорит, и потом еду домой, давай сегодня пораньше освободимся и посмотрим две серии. Ему понравился сериал, так что я думаю, что мы подсели. По вечерам, по крайней мере, теперь есть что смотреть, точно знаем, что хорошее. Главное не втянуться и не смотреть там больше двух серий подряд, потому что можно так полночи убить. Купила сливы, ну, чтобы что-то кушать. Он говорит, может, пиво с чипсами, потом такой сам, да нет, нет, гадость, не надо, не будем. Уже. Или мороженое, говорит, сначала сказала, что может мороженое куплю себе, потом, да не, не, я уже и так поправился, не буду мороженое, может чипсы с пивом, потом, да не, гадость, ладно, говорит, ну зайди, может ты что-то придумаешь в магазин, я сказала, что я буду заходить в магазин, может, говорит, что-то придумаешь к фильму, ну вот кроме как слив, я ничего не придумала, что можно к фильму еще, а можно было, кстати, попкорн купить, просто соленые микроволновки сделать. Позвоню ему, скажу, захочет, заедет еще в магазин. Все, поехала домой. Я уже включила подогрев руля, так хорошо. Ручки греем. Приятненько. У нас уже вечер, оригинально, да? Я еще так не снимала у себя в квартире. Там листики абрикосы, и я тут. В общем, мы уже поужинали, Артём там пошел что-то домонтировать видео, а я сейчас буду делать заготовочку на хлеб из гречки. Здесь у меня промытые 2 стакана гречки зеленой, здесь у меня вода чистая, вот эти 2 стакана гречки и такие же 2 стакана воды. Заливаем и оставляем до завтра, до утра. И в следующем влоге будет продолжение. Это не будет единый рецепт. Просто будете смотреть, как я за сколько я приготовлю хлеб времени. В принципе, получается, он ночь постоит. Ну, вернее, гречка ночь постоит. А утром я это все блендерю. Я по этому рецепту первый раз делаю. Попробую. Ну, он тоже очень простой. Там есть некоторые отличия. Но вот я хочу разные попробовать. Вот. И потом нужно будет еще оставить на сутки ее. И уже получается, послезавтра будем выпекать с вами хлебушек. Да, такой процесс как бы чуть дольше, чем пойти в магазин и купить хлеба. Ну, а я уже намыла слив и несу в комнату. Здравствуйте. Здравствуйте. Артём Дмитриевич уже меня ждет. Принимайте попкорн. У нас сегодня кинопремьера. Да. Что мы смотрим? «Игру престолов». Первый сезон, вторая серия. А сколько их всего сезона? Не буду тебе говорить. Много. Нам надолго хватит. На вот? Да. Да ладно. Серьезно. Это длинная история. Но тебе понравится. Ладно. Вот так мы смотрим фильм. Видите? Полторы серии с трудом у нас получилось посмотреть.
Ну, благо сказал, досмотрим утром. Время 10:30. Ну, в общем, наверное, будем уже спать. Я хотя еще, конечно, не хочу. Может, я еще посмотрю телек. Но Артем уже все, вырубился. Так что всем спасибо за просмотр и всем до завтра. Подписывайся на канал Мэри Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, не да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал Мэри Виктория.